контент! Богданелла! Доброе утречко всем. Настал день нашей фан-встречи. Мы уже приехали на Театральную к Макдоналдсу вот сюда вот. Думаем зайти подкрепиться и размышлять по поводу того, какой у нас будет план действий. Что? А когда ты успел их купить? Что, ты даже выкупаешь это за кроссовки? Конечно. Кэлвин Кляйн, чувак. Я посмотрел на вас. А где ты такие взял? Они мне нравятся. Ну, в Штатах заказал. А сколько стоит? Дорого, чувак. Ебать, я тоже такие хочу. Давай ты их сносишь, дашь мне. Вон, нечего. Блядь, охуенные. Да, снимай, красиво. Это вот так надо снимать. А? Кто на что учился? Плюс еще нам надо купить будет вот этот валик опять от шерсти, потому что я дома почистился, пока походил и ждал, чтобы Назар доедет с Димой ко мне на такси. На меня опять нацеплялась куча этой шерсти, и сейчас надо будет, мы похаваем, и может поищем вот эту штуку, почищусь. А там опять романы у меня за спиной разгораются. То расстаются, то сходятся. То сходятся, то расстаются. Друзья. У тебя же тоже такая же дружба, чувак. Что ты, Назар, очкуешь? Смотрит веб-камеры, ищет, посмотри, типа, кто там пришел уже или нет, нету ли там всяких тетушек. Блядь, не придумали на Майдан веб-камеру, стоит на Европейской площади на перекрестке, нахуя? Да я вообще не переживаю на самом деле, я просто уверен, что все, кто писали комментарии, мы придем вас отпиздить, это школьники под 10 лет. А во-вторых, если даже кто-то и придет, то так только веселее будет, влог интересный. Блядь, получится. Ты не переживаешь, потому что тебе ни одного и угрозы не поступило, а мне же Диме, блядь, постоянно, блядь, через комментарии и, блядь, через сообщения. Сцикло. А ты что скажешь? Ну, не знаю, надеюсь, меня не отпиздят. Не, ну почему? Придут меня убивать, я, блядь, вот открытый. Ну, типа, нахуя? Ты будешь биться, если что? Блядь, вот так стоять как-то буду, я не знаю, что я буду. Я, чувак, не думаю об этой ситуации. Сцикло, да-да-да. Нет. Да. Не надо мне там говорить, что я ссыпаю. Ну а что, ты не ссышь? Нет. В общем, взял я себе палку для того, чтобы если вдруг, вот прям, я не знаю, по какой случайности придет много людей, чтобы можно было камеру выше поднять и захватить всех и показать. То есть я с нее, в принципе, не планирую снимать, но типа взял так, на, знаете, на всякий случай. Назар увидел, что у меня есть палка, его уже так ебашит. Он кричит: давай мне палку, давайте купим мне палку. Мне срочно нужна палка, я хочу быть в центре внимания. Мне надо палка. Ну, надо, чувак, палка, с палкой и все. Удобнее намного. И она очень нужна. Видишь, у тебя есть. Очень нужна, блядь, потому что у меня есть. А пока у меня не было, не было нужна. У тебя есть, тебе понятно говорить. Типа, нахуй тебе палка, у меня ж есть, а у тебя нема. Я тоже хочу. Уже до фан-встречи остались считанные минуты. Мы хотели зайти постричь Диму. Не получилось, потому что все парикмахерские заняты на сегодняшний день. Хорошо, я хоть купил себе вот эту каталку и шерсть свою из себя скатал. И еще вот это теперь проблема у нас последняя осталась. Палка для Назара. Я не знаю, мне кажется, мы ее все равно не найдем, чувак. С монохода делать. Хочешь из палки и с изоленты. Можешь себе сделать тоже. Да какой изоленты? Я хочу как у Боди палку. Видите, я же говорю, что ему просто для факта, чтобы было как у меня. Все, возьми. Я потом заберу, чувак. Да я заберу. Не-не-не. Потом заберу, возьми. Давай себе. Да пожалуйста. Назар клянчит, чтобы Ларин взял его рюкзак. Давайте попиздите сейчас. Тут твоих вещей много. Нет, там у моих только что карточка и все. А Назара уже ебачит, что все без рюкзаков, а он с рюкзаками. Я ж не носильщик носить рюкзаки. Расплачется, убежал вперед, от нас обиделся на Ларина. Назар, ну положи мой телефон, пожалуйста. Ку-ку. А что ты тут спрятался от нас? Ебал я носить. Положи, да? Пожалуйста. Иди нахуй. Пожалуйста. Возьми рюкзак. Пожалуйста. Нет, я не возьму твой рюкзак. Тут будет ты уже твой. Ты можешь мой телефон положить просто? Да. Положи. Если ты чуть-чуть поносишь рюкзак. Ну что, на часах уже 15:12. Мы договорились встретиться с подписчиками в 15:00. Я думаю, к этому времени уже все, кто хотели, те пришли. И я буду сейчас вызывать уже машину. И я абсолютно не переживаю. Ну, какое-то, знаете, маленькое волнение внутри все-таки есть, потому что это у меня такой первый опыт в моей жизни. Там встреча с людьми, которые тебя смотрят. Запланированная встреча. И одно у меня только есть переживание по поводу того, что мало людей придет, там 5 или 10 людей. Я, конечно, буду рад каждому, даже 5 или 10 человекам.
человеком, знаете, но ну, хотелось бы, чтобы пришло больше, все-таки мы втроем будем. Буду я, Дима, он Назар, и хотелось бы, чтобы хотя бы там человек 50 пришло или 100. Что, приехала наша машина, Мерс Е-класса, как я и ожидал, только он не черный, а серебристый. Ну, это тоже неплохо. Так с тобой же что же? Классно. Тут один молодой человек мне сказал приятную вещь, такую пришел ради меня только. Как тебя зовут? Валерий. Очень приятно, да. Чувак. Богданева! Мой Богданева! О, Славик! Ты хотел увидеть Богданева? Я чуть не умер. Привет. Тут ко мне подходит чувик и спрашивает, а ты вообще популярный блогер, а то я тебя не знаю, что ты здесь делаешь. И по Тиму, и Назара знаю, а ты что-то пришел, если с тобой все фоткаться, а я не понимаю вообще. А теперь пишите Богдан Кисля. Богданелло давай. Богданелло. Богданелло. Давайте еще раз. Раз, два, три. Все, теперь мы переместили фотозону сюда, как будто бы с Дедом Морозом. Все садятся на коленки и фоткаются. Тут чувачок сидит и говорит, что я типа за пиар могу прыгнуть в фонтан. Кто со мной прыгнет в фонтан? Мы просто вдвоем сейчас прыгнем. Но я только на одного кого-то ссылку оставлю, давайте, решай. На меня давай. Ну вы определяйтесь. Или вы вдвоем прыгаете, но без ссылок. На меня. Ну окей, давай. Все, расскажи, братан, зачем ты это делаешь? Давай бомбы. Заради пиара? Я сам предложил прыгнуть в фонтан, так что, короче, братан, что ради пиара не сделает. Как твой канал называется? Саша Бурденко. 20 тысяч. Давай громче. Саша Бурденко. Как канал называется? А, Mad Max 2394. Я прыгаю. Ты что, прыгаешь? Не гони. Подожди. Назар собирается прыгать в фонтан кистоку. Еще один доброволец. Я уже тупо весь грязный, я так и знал, что не надо надевать белые вещи. Побегал по лужам, блядь, по всяким и так далее. Переполняет на самом деле положительные эмоции, потому что очень много хороших ребят пришло, все позитивные такие, все добрые, веселые, хорошие, обнимались, фоткались, разговаривали, и, блин, мне очень сильно понравилось, я жду уже, пока у меня поскорее будет, там, я не знаю, 50 или 100 тысяч, чтобы устроить еще одну фан-встречу и повеселиться с вами, проводить время с вами. Помнишь, мы стояли, ожидали 10 хоть придет?
Ну, мне пришло... самое приятное, когда школьницы обнимают. Да. Вот это классно. Школьница, когда обнимает. Ребят, хочу сказать всем огромное спасибо всем, кто пришел, кто нас поддержал, кто меня смотрит. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Спасибо и за просмотр этого видео в том числе. Если у кого-то не вышло приехать к нам на фан-встречу, не расстраивайтесь, мы скоро устроим еще одну. Следите за нашими каналами и до скорой встречи. Пока. It's a long way.